Так, ребятушки, всем здорово, всем привет, с вами канал А24. Ну что, ребятушки, до сих пор я в шоке от того, что у меня 100 подписчиков, реально. Спасибо огромное каждому, я сегодня видос запускал, утренний такой заспанный, и снял, и спасибо огромное, реально. Честное слово, спасибо огромное. Я не знаю, у меня слов просто нету, реально. 100 подписчиков для меня, это вообще класс, реально. Как бы для начальности это круто, блин. Ну реально круто. Спасибо огромное. Все каждому спасибо. Сегодня у нас обзор мода, который называется у нас Мадаза ZE3, что-то 6x2, что-то слишком большое, короче. Автобус сегодня. Давайте смотреть. Такой интересный автобус. Мадаза, Volvo. Сегодня мы с рулем. Сегодня обзоров достаточно будет много. Скажу так сразу, потому что повыходили очень интересные модики, и хочется очень реально всех посмотреть. Ну и, соответственно, я не забывал, конечно, и про стрим, который будет сегодня точно. Во сколько, уже посмотрю. Кабина у нас здесь, у нас что меняется? Здесь у нас меняется сам paint, то есть скины сразу. Это для автобуса, то есть первоначальности нормально как бы идет. Так, по шасси здесь у нас получается 4x4. Раз, два, три, четыре. А, нет, 5, 6, 7, 4x8, наверное, скорее всего. По двигателям 420, 600, 700, 750. Ни хрена себе автобус 750 лошадок будет хреначить. Да-да, я ж понимаю. По трансмиссии 12, 12 ретардером. По интерьеру внутри простой интерьер. Видно, что вот какая-то боковинка с текстурами проблемами. Видно, да? Да, видно проблема. В принципе, так скажу, что неплохо, неплохо. По покраске здесь у нас цвет меняется, пожалуйста, на цвет как... А, нет, не меняется, потому что скины, да-да-да, ладно. И внутри, что мы можем здесь поставить стандартную табличку, здесь мы можем поставить, я так понял, навигатор, скорее всего. Пассажиров, пожалуйста, да, на цвет и вкус. И плюс стандартную табличку тоже можно все это поставить. Почему? Круто. Рули у нас два, эксклюзив и стандартный, плюс стандартная табличка. Подождите, а что вот это тогда? Типа колпаков или что это? Вот это, я так понял, что это, интересно. Ладно. Плюс цвет такого плана имеется в виду, вот. Интересно, светит. Внутри все, внутри ничего такого нету. Ладно, смотрим. Очень интересно посмотреть его, что он из себя вообще представляет, данный автобус. Поэтому огромное, еще раз повторюсь, огромное спасибо. В честь 100 подписчиков мы обязательно стрим, я думаю, сегодня запустим, почему бы и нет. Во сколько посмотрим? Все по времени, потому что еще надо за светом подумать как-то, сходить посмотреть по магазинам. Так, это нахрен убираем. Простой звук, без всяких проблем. Так, GPS у нас работает, вот так вот он звук у нас... Слышно? Хорошо. Вот здесь почему-то какая-то темнота, я не знаю, что это вот это вообще. Какая-то темнота, вообще непонятно. То есть, блин, вот эта проблема с текстурами, и очень плохо. Стоп-сигнал работает, хорошо. GPS у нас работает, бортовой работает. Свет у нас работает хорошо, поворотники работают, анимация есть, дворники у нас есть, три положения, хорошо, стеклышко у нас работает, дверька, неплохо. Я понял. Ну и второе у нас дверь открывается, я понял. Ничего себе, вот это я понимаю тема. Анимация, все у нас это, пожалуйста, присутствует. На таких, в основном, на таких, никогда двери не открывались. Если вспомнить, по-моему, моды, и могу, конечно, ошибаться, но в основном на таких модов никогда не открывались, реально. А здесь, пожалуйста, это очень круто. Видите, подставки или что это вот это, видите, они в текстурах. Непонятно почему так, ну ладно, ничего страшного. В общем, что могу сказать про данный мод?
Мне очень нравится он. Покататься на нем бы, почему бы и нет. Да, сегодня, кстати, я думаю, если сегодня будет стрим, а я думаю, сегодня будет стрим, стопудово, то мы сделаем Америку. Ух ты. Америку сегодня сделаем. Я хочу Америку покататься, давно не катался. В общем, мое любимое слово «в общем». Что могу сказать про данный мод? Классный модик, особенно по анимациям прикольно. Ну, где-то что-то вот эти проблемы с чернотой, с текстурами, непонятно почему так. Так мне он нравится, реально круто. Крутой автобус, и пока, почему на нем бы не покататься только с удовольствием, если только найти хороший пассажирский мод на ЕТС-ку. Почему бы и нет? Поэтому такой модик получился, скачивайте. Если понравилось, то все ссылки в описании. Еще раз спасибо, еще раз скажу, для многому буду много раз повторять, за 100 подписчиков для меня это важно. Прям огромное спасибо. С вами канал 24, всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал, не забывайте о канале 24. Пока-пока.